Всем привет, с вами Рейвен, и сегодня мы продолжим проходить игру под названием Сома. В прошлой серии мы нашли омни-инструмент. И проапдейтили его. Мы под водой находимся. Прикольненько. Что это? Он палец туда засунет. Там кто-то ходит, что ли? Ладно, повернем. Тут закрыто. Схожу-ка я сначала налево. Сползаю. Хотя нет. Надо было сначала туда сползать. Закрыто. Ну ладно. Я думал, может там какая-нибудь бумажка лежит, которую можно почитать. Или еще что-нибудь. Ну нет, так нет. Я могу уже здесь встать. Везде вот эта вот фигня еще. Не дотрагивайтесь до протекшего структурного геля. Я не могу определить его воздействие на НИУ. О проблеме сообщено ответственному инженеру по эксплуатации Волчок. Он живой? Давай отсоединяй. Вот мы ее убили. Здорово. Ручной порядок загрузки. Недостаточно энергии. А если я сейчас подключу?
Нет, никак. Шланги его. Может, их вообще не надо никуда вставлять? А я пытаюсь вставить. А тут кнопки есть еще. Стоп. А, это остановка. Дверь открывается. Hey, can you hear me? I hear you. Upsilon, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... Oh, damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in the thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Нет сигнала. Ну что ж, идем. Перепрыгнуть я не смогу. Теперь я и подняться обратно не смогу. Опять. Может, это что-то вроде сохранений? Ох, ё, ты чё? Откуда ты прибежал-то? Или он меня не будет трогать?
Он смог подняться? Я думал, он не поднимется. Я здесь не пройду, да? Я сдохнусь. Так, так, так. Бежим, бежим. Хана мне. Вы умерли. Так, ладно. Лестница ломается. Я поднимаюсь. Трогаю эту фигню. Сюда идет этот урод. Он меня так не увидит. Так я это просто дернул. Там открылось. Удачи. Все-таки мне не сюда. Так, это, наверное, отключить вон вентиль. Где эта махина? Отвали! Все, здорово. Ну или нет, меня крыть стало. Завод, электростанция, администрация, центр связи. Где этот робот? Запущен процесс блокировки. Подробности на терминале. Какая помощь? Я не пройду.
Всех роботов убиваем. Да сдохни уже. Или он будет жить. Так, ладно. Идем дальше. А это этот самый Карл? Так, закрыто. Не открывается. А, вот открылась дверь. Или нет? Ну, может, даже к лучшему, что она не открывается. Еще один. Да. Логин нужен. Тут его нигде нету. Может, 0722? Нет. Кар. Почта. Мы закончили работу над энергокомплексом. Перекрыли доступ к фабрикам, чтобы завод мог работать. Все системы не первостепенного значения отключены. Не первостепенного. Если кто-то решит вернуться, пусть знает, что регулятор потока энергии работает на честном слове. Если его отключить, то включить обратно уже вряд ли получится. Мы уходим отсюда, Карл. И не отправил. Недостаточно энергии. Персонал. Зачем я вышел? Да ладно.
О, открылось. Там держишься, Карл? Теперь это открыто. Туда нельзя. Внимание, мы нагрузили систему до предела. Если вы дернете за этот рычаг, пути назад уже не будет. Делайте это только при крайней необходимости. Дернул. Тед-то не входите, мы перекрыли Эпсилон, чтобы никто не мог помешать работе станции. Не открывайте дверь. То, что произошло с Карлом, это не моя вина. 0735. Ну, ее не открыть. Ох, ё! Дверь не закрыть. Я твоего еще друга завалил. А хотя он был дохлый. Это же не Карл. Да, иди погуляй там. С Карлом поговори. Он ничего мне не сделает. Вы хорошо поработали, попробуйте запустить все резервные турбокомплексы и снизить выход на 60%. Учитывая эвакуацию, нам вполне будет хватать небольшого стабильного потока. Ни к чему перенагружать систему, нам должно хватить на 20-25 лет производства, прежде чем придется задействовать турбокомпрессоры. Роботы ведут себя все более странно не только там, по всему Патосу 2, и, к сожалению, универсального единого выключателя для них не существует. Раз уж мы решили не возвращаться на Эпсилон, можно попробовать перекрыть часть секторов, чтобы не дать помощникам проникнуть в важные зоны. Нам удалось связать между собой почти все резервные турбокомпрессоры и активировать все генераторы. По идее, Эпсилон может функционировать еще минимум 10 лет, прежде чем начнут прогорать трубы. Есть и плохие новости. Ситуация с машинами все хуже и хуже. Мы намереваемся их все отключить, но учитывая, сколько их на Эпсилон, вероятность успеха мала. Я боюсь, они могут как-то помешать производству энергии после нашего ухода. Есть какие-нибудь идеи? А теперь я иду наверх. Пока. Обнаружены испорченные данные. Восстановить файлы.
displays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center. If you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. All right, we're just about to make do. Got you later. Hello? Peter, was it? Yeah, I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on, what's happening? It's still the same plan, right? Yeah. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. I like to hear. Так, 2201, 2202. Ну, все. Нью-Йорк, статус отключен. Последний контакт 10 января 2103 года. Йонсе. Офис закрывается и всех эвакуируют. От имени всех работников хочу сказать, что для нас была большая честь работать с вами и Эпсилоном. Удачи вам в надвигающемся апокалипсисе. Не-не-не, бумага. Очередной доклад по оборонительным мерам. Последние усилия мирового сообщества по предотвращению столкновения потерпели неудачу. ПАТОС-2 должен предпринять все меры для того, чтобы справиться с землетрясением, которое неизбежно последует после удара. Я с печалью вынужден уведомить вас, что наш офис закрывается и больше не может поддерживать работу Эпсилона. И ПАТОСы 2. Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас, вашего начальника Джейн Адамс и весь остальной коллектив. У вас потрясающая группа, и я уверен, что там, где потерпели неудачу мы, вы продолжите наше дело, не страшась трудностей. Искренне ваш, директор системы Джеймс Блум. Йонси, я знаю, что у вас гораздо больше шансов выжить, но зато у нас места в первом ряду. Два, два, ноль, три. Dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared. Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Epsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Tezos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. This is all so strange.
You're telling me. What was that? Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are shuttle trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Shit, shit, shit. Where should I? Oh, boy. Вот это да. Ладно, проходить дальше будем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.